Всем привет. Вот, добрался я наконец-таки до вопросов, на которые должен ответить. Вот, появилось немножко времени, вот сейчас, собственно, этим воспользуемся, этим временем. Вот, сразу хочу поблагодарить тех, кто задавал эти вопросы, кому действительно интересно. Хоть активности сейчас на самом деле не очень много, но помимо того, что мы начали более-менее кататься по стране, с концертами и так далее. Очень радостно, что это происходит. Пусть мало, но все же. Вот. Поэтому большое человеческое спасибо тем, кто действительно интересуется тем, что с нами происходит, со мной лично. Спасибо. Вот. Вопросов я тут немножко распечатал. Не могу сказать, что я не готовился. Я так пробежал. И кое-какие сопутствующие материалы подготовлены. Мне сегодня помогает один мой друг. Вот. Подруга-друг. В плане включения каких-то медиаматериалов сторонних. Поэтому я Телеграм, Инстаграм-чат, увы, не вижу, с большой задержкой. Но могу сказать, что те вопросы, которые появятся по ходу у вас, можно задавать, не стесняясь абсолютно, в Телеграм-канале. Вот здесь вот будет, вот тут вот, да, вот сейчас вот появилась, будет ссылочка на него, так что вот заходите. Включайтесь, регистрируйтесь, у нас там неплохой чат, даже два чата, один формальный, другой неформальный. Общайтесь, делитесь впечатлениями друг от друга, от того, что происходит с нами и так далее. По медиаматериалам я вам сказал, наверняка все будет корректно. Вот. Ну, приступим. Здравствуйте. Первая песня, когда была написана и как была записана? Написана была песня, если мне память не изменяет, что-то про белый снег, но она так и не была записана, а записана была песня «Солнечное утро». Вот, она целиком выложена, 94-й год, по-моему, запись, целиком выложена в Телеграм-канале, есть запись, поэтому, кому интересно, заходите, слушайте, ну а фрагмент сейчас включим. И снова ночь, и снова свет, на небе звезды вдалеке. Ты вспоминаешь о любви, которой не было и нет. Но, может быть, когда-нибудь услышишь ты мои слова, услышишь сердце стук в тиши, и закружится голова. Спасибо. Вот, значит, следующий вопрос. Какая программа самая лучшая для программирования музыки? Мне кажется, любая абсолютно программа для программирования музыки может быть хорошей для того, кому интересно программировать музыку. Капитан Очевидность, да. Но тут дело в удобстве и в восприятии интерфейса, на мой взгляд. Вот, кому-то Fruity Loops удобен, кому-то Cubase, кто-то не может жить без Pro Tools. Вот, все зависит от функционала программы и от требований, которые предъявляет человек, который работает в этой программе, к программе. Вот, мне в последнее время очень нравится Logic, потому что он хорош тем, что к нему дополнительные какие-то плагины и инструменты можно не скачивать. Там, в принципе, все есть необходимое для того, чтобы фиксировать какие-то идеи и обрабатывать записанные или спрограммированные сигналы. Вот. Так что сейчас Logic Pro X. Вот. Нравится Reaper. Reaper, потому что он все ест. Кто в теме, тот поймет. С чего для вас началась музыка? Ну, музыка, она, наверное, началась с детских песен. В детском садике, в яслях там и так далее. А дальше... Уже если говорить о каком-то осознанном состоянии, то это, наверное, все-таки домашние какие-то пластинки, кассеты, бобины и так далее. Не могу точно сказать, что впервые начал слушать самостоятельно, потому что все это как-то происходило спонтанно. Но могу точно сказать, что первую песню учил на гитаре, это был Цой.
это точно. Известно, что вы 3 года учились в музыкальной школе и даже висели на доске почета. А почему вдруг бросили и не доучились? Ну, стало скучно. Считаю, что был неправ, забросив все это дело. Пытались удержать всячески, но так получилось, как получилось. Учился, не доучился, но потом в конце школы было огромное желание поступить в музучилище липецкое. Вот, даже съездил, пообщался с преподавателями. Вот, даже договорился до того, что меня могли взять туда без законченной музыкальной школы. Но я, увы, проспал вступительный последний экзамен, музыкальную литературу, который был готов. Вот, а так как экзамен прошел уже, я не мог попасть в категорию людей, которые вот так вот хитро могли попасть в музучилище. Вот, в итоге получилось так, как получилось. В вашей семье среди родственников есть еще творческие люди. Ну, вы знаете, такое ощущение, что вообще в каждой семье есть творческие люди, везде у всех, в каждом сидит вот эта вот история с творчеством. Кто как его проявляет, кто-то творчески готовит еду, кто-то творчески шьет одежду, кто-то творчески учит детей, кто-то творчески водит машину и так далее. Что касается какой-то вот такой вот конкретики, то, да, прям вот те, кто рисует, те, кто пишет музыку, есть, но я вам не скажу, кто это. Самый первый инструмент, на котором играли. Баян. Не, ну в школе, да, баян. В музыкальной школе. Звук каких музыкальных инструментов вам нравится больше всего? Гитара, пианино, синтезированные звуки с клавиш, я имею в виду. Как бы сложно. Сейчас такое многообразие, что на чем-то конкретном зациклиться и сказать, что это самое любимое, ну, у меня не получается. Наверное, ближе, да, вот именно фано, звук фортепиано, да, и гитара. А где были исполнены ваши первые авторские песни? Сейчас скажу. Клуб железнодорожников родного города. Мы каким-то удивительным образом попали на фестиваль металлических групп и исполняли там нашу лирику. Вот, вот это вот очень интересный опыт, такой экспириенс. Где-то даже была видеозапись на ВХС-ке. Она у нашего на тот момент бас-гитариста Лехи, по-моему, где-то лежит на родине. Надо запросить обязательно, посмотреть. Откуда появилось название группы «Тени»? И были ли выпущены альбомы? «Тени», «Тени». Учась в средней школе, у нас был организован школьный ансамбль, в котором я и мои друзья принимали участие посильное. Вот, что-то мы там пели, какую-то эстраду. Пытались, в всяком случае, даже выступали. Вот, и как-то гуляли вечером по городу. Встретили слегка двух таких вот под шофе мужичков, которые что-то нас там спросили слово за слово. Ну, город маленький, все, в принципе, понимают, о чем происходит, что там происходит и где это все находится. Вот, и завязался разговор какой-то такой, и почему-то он вышел именно на о музыке, о группах, о местных. Вот, и мы не постеснялись сказать, что мы вот в школе играем, а они нам не постеснялись сказать, что они такая вот местная крутая группа какая-то там старшая, и они ищут молодой состав. Вот, и, собственно, так завязались какие-то дружеские отношения, вот, общение. Нас пригласили на прослушивание, так это тогда называлось. В общем-то, мы пришли с ребятами, и так мы попали вот в наш местный клуб. И так как пока репетировали старшие, мы где-то за кулисами шарахались, нас сначала прозвали там что-то «Теневая экономика», и потом в итоге остановились на «Тени». Типа как тени за кулисами там бродите. Ну вот так вот появилось это название. Старый район опустевшего города. Старый район опустевшего города. Старый район опустевшего города.
глазам твоим и моим, и на всех окружают стены его. Собственно, вот. Что для вас в музыке было главное в годы юности, а что изменилось сейчас? Непосредственность. То есть иногда ты не понимаешь смысл того, что ты делаешь, но ты делаешь, и появляется. То есть вот откуда-то вот этот родничок, который... В родничок поступает вот эта вот информация, которую ты транслируешь. Это очень интересное такое явление, потому что спустя какое-то время, вот там 10-15 лет после написания какой-то песни, ты понимаешь, что ты неосознанно писал, а об осознанном. И многие вещи сейчас, не знаю, как это, магия, мистика, увы, даже сбываются. Вот. Либо это что-то другое, то есть вот это вот, такая вот такой момент. Сейчас кажется, что... Даже нет, не сейчас, а сейчас видится, что это было главным. Изменилось, что сейчас? Сейчас изменилось... Ты изначально проживаешь какую-то тему, и потом пишешь про эту историю, будь то музыкальную, будь то стихотворную. А раньше было по-другому. То есть не всегда было так, что ты, прожив что-то, написал, о чем ты сначала написал, а потом прожил. Вот такой момент. Умеете играть на клавишах с закрытыми глазами. Да, но не какие-то классические произведения, я не пианист, вот, а что-то поимпровизировать, посидеть с закрытыми глазами, это хорошая тема, попробуйте сами, кстати, очень крутая штука. Вы пели когда-нибудь любимым девушкам под окном, под окнами серенады, да? И под окнами, и не под окнами, и глядя в глаза... Все, конечно, было. И песни пели, и стихи читали, и цветы дарили. Все нормально, как у живых людей. Рассвет зимой оставит след тобой на мне весне. Во сне, красивом сне, утром, солнцем, песней, под оконцем быть, любить тебя, весна моя. Есть музыка, которая режет слух, и вы ее категорически не приемлете, никогда не будете слушать. Ну, сначала, для начала надо эту музыку услышать, вот. Потом уже со временем. Такой музыки очень, на моей памяти, вот очень мало, которую прям вот радикально не буду слушать. Нет, есть что-то меньше, что-то больше, перечислить коллективу, увы, не могу. А что вам все-таки ближе в собственной музыке? Форте громко или же пиано тихо? Вы знаете, со временем появилось желание сочетать это все. То есть соблюдаем некий баланс между спокойствием и катарсисом, взрывом, вулканическим извержением. По какому поводу сочинили свой первый стих? Кому он был посвящен? «Солнечное утро». Нет, не солнечное утро. «Белый день начинает свой путь за окном». Что-то такое там было. Интересно то, что вообще как-то особых каких-то переживаний на тот момент, которые могли бы сподвигнуть написать такой текст, не было. То есть переходный возраст у меня достаточно мягко проходил. Вот. Несмотря на то, что событий было очень много. То есть каких-то диких потрясений не было, но... А может и были, может быть, просто я к этому так относился. Но текст был про боязнь перемен каких-то. Но это, наверное, связано... Все-таки это связано с переходным возрастом, который, там, во сколько получается, лет 10, что ли. Что-то такое вот, где-то так. Некоторые ваши произведения явно посвящены близким, дорогим людям. Когда они показываются более широкому кругу поклонников творчества, лично для вас такие произведения не теряют особой внутренней ценности? Нет, ценность не теряется.
есть акт доверия того, что остро переживается самим вам. Вот. Это большая ответственность и, безусловно, волнение. Так что ценность не теряется. Из личного творчества все ли сочиненное ранее можете воспроизвести по памяти? Увы, нет. Совсем недавно обнаружил и очень много тетрадок с текстами, которые писались, начиная со школы, продолжая в студенческое время и после. Записи обнаружились, общажные всякие, какие-то под гитару собирались, вот тетрадка лежит и просто наобум страничка открывалась, и все это пелось. Огромное количество всяких рисунков текстовых и гитарных. Вот. Воспроизвести могу не все, но очень интересно читать и слушать то, что было когда-то просто написано вот так вот, легко казалось на тот момент. И хорошие есть песни. Думаю, что-то, наверное, перезаписать со временем. А влияет ли на ваше творчество, вернее, на его создание, окружающая обстановка? Может, погода, вид из окна или даже любимые тапочки? Ну, безусловно, все влияет на настроение человека. Да? Ни я, ни вы, ни исключение. Мне кажется, все влияет. И что вот сподвигает на вот этот заряд, который двигает человека в сторону творчества, назовем это так, да? Всякое может быть. Иногда прослушивание собственной музыки, иногда прослушивание чужой музыки какой-то, когда ты думаешь, блин, я так могу тоже. Или не так, а круче. И так далее. Ну, а вдохновляющие моменты, связанные с общением с людьми, прохождением по улице, поездками куда-то, да, безусловно. Но это, опять же, получается, связано с возрастом, скажем так, со зрелостью. То есть ты, получается, проживаешь какую-то тему и способен ее выразить уже в какой-то форме стихотворной, музыкальной. Как-то так. Из личного творчества... Так, это мы уже читали, тут не видно. Ночь у нас здесь почти. А что мотивирует вас заниматься творчеством? Ну вот, собственно, ответил уже, по-моему, в предыдущих вопросах, но я повторюсь. Творчеством какая-то непроработанная тема, допустим, ну, например, то есть непроработанная, то есть нет возможности донести мысль людям своим, каким-то близким там или далеким, вот, в силу расстояний и так далее. Но для того, чтобы не тащить эту мысль, есть прекрасная возможность зафиксировать это все в форме. И вроде как получается сказал в стихотворении, там, в четверостишии даже, в двустишии, неважно. И все, и тема отпускается потихонечку. Не всего это, конечно, касается. Есть темы, которые долго прорабатываются. Бывает, что на всю жизнь остаются. Ну вот, такие штуки как-то мотивируют именно. То есть желание высказаться, то есть донести свою мысль. Вот как-то так. Что... вы делите четко свое творчество на периоды прошлое, настоящее, будущее? Или все последовательно, тесно связано? Все связано. А удивительный такой момент, ну, это как и в общении, в принципе, между людьми, когда мы каким-то образом фиксируем свою мысль, ну, не обязательно я, вы также это делаете, мне кажется, вот, то мы предполагаем, что люди, которые будут читать, они в теме того, о чем вы пишете. И здесь такой момент очень интересный возникает, что человек читает и понимает ваше творение по-другому, нежели тот смысл, который вы в него вкладывали. Вот это магия определенная, когда, казалось бы, слова одинаковые, там какие-то чувства люди испытывают при прочтении, там, ну, а воспринимается по-разному. И вот эта вот магия, она, конечно, поражает. Насколько одно и то же с разных взглядов, с разных сторон видится по-разному. Это здорово.
А, да, не закончил мысль. Прошлое, настоящее, будущее. Да, мы, я думаю, не только я, но мы все как бы вписываем прожитое в настоящее, да, в форме там, даже музыкальные фразы какие-то, музыкальные рисунки там и так далее. Есть еще элемент мечтательности, это как раз из будущего в настоящее. Как-то так. Творчество и креативность, всегда ли эти понятия для творческого человека должны быть рядом, на ваш взгляд? Ну, наверное, все-таки да. То есть творчество, на мой взгляд, это некая идея, а креативность – это уже такое вот ремесло, что ли. Ты используешь эти навыки для достижения какой-то цели. То есть креативный продюсер. Что-то типа такого. То есть получается, креативить – это искать решение. На мой взгляд, опять же, получается так. Креативить – это искать какие-то решения. А творить – это то, что вот просто вот оно вот идет потоком, и ты отдаешь это все. Ну, я так это понимаю. Но они, безусловно, рядом. Клавишником вы стали только в группе «Тантра», если не ошибаюсь. И до этого момента предполагали и хотели именно им быть. А если бы тогда нужен был, например, гитарист, играли бы на гитаре в группе? Да кто знает, если бы, да кабы. Вот. Когда мы начали в 2006 году работать на студии Агаты Кристи, вот, тогда я как бы, ну, вот через проект «Рок», а «Герой нашего времени» на нашем радио туда попал. Мне Вадим предложил собрать состав. Я собрал состав из знакомых, и в этом составе я свои песни играл на гитаре и пел. Вот, клавиш там не было вообще. Ну, там был у нас пианист Сашка, вот, и даже какая-то песня «Время наугад», по-моему, она записана в... Да, есть такая. Записана под пианино просто. Фрагмент, я думаю, послушаем. Там, ближе к солнцу, да, с победой, что это небо, что эти звезды, падшее тело взять в руки просто. Что касается, предполагал или нет, конечно, не предполагал. Жизнь такая штука интересная, что ты в самой стабильной ситуации можешь получить результат, не связанный с этой ситуацией вообще. Без каких составляющих ваше творчество сейчас невозможно? Сложный вопрос на самом деле. Многим кажется, что творчество – это состояние аффекта какое-то, да, то есть человек находится в нестабильном состоянии, и поэтому он способен что-то, какое-то острое творчество проявлять на свет, выражать его какими-то такими способами. Я не знаю, я не могу ответить, чего не хватает. По мне так всего хватает. Мешает лень. Но даже не лень, а какие-то такие процессы, вы знаете, от меня независящие. Есть такие, оказывается, процессы. Вот, которые откровенно мешают сосредоточиться на своих каких-то мыслях, идеях. Но я замечу, что свои мысли и идеи, они не посвящены лишь только своему творчеству. Вот сейчас происходит работа над несколькими проектами. Вот, и даже им, о работе над ними, может что-то помешать.
от меня не зависящие. То есть есть такие штуки. Эйнштейн считал, что секрет настоящего творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения. Вы согласны с ним? Ну, отчасти да, отчасти нет. Я считаю, что если смотреть на жизнь широко, так сказать, открытыми глазами, то делиться тем, что умеешь, это значит, ну, отдаешь когда что-то, в том числе и открываешь источники вдохновения там и так далее, вот, то на это место обязательно придет что-то другое. Другое дело, желает ли человек постоянно находиться с одними источниками вдохновения на «ты», скажем так, с ними общаться. Вот. Либо все-таки он хочет познать больше, узнать себя лучше там, и с разных сторон. Тут такой момент спорный на самом деле. Эйнштейн, наверное, говорил о том времени, о том моменте, когда идеи какие-то новые появлялись. В то время же, на самом деле, те идеи, которые кажутся сейчас банальными, они были уникальными, поэтому как-то сравнивать типа, фразы, написанные в разные периоды времени, исторические вот эти моменты, мне кажется, не совсем. Учесть их, да, но сравнивать, ну, как-то сложновато. Если рассматривать все ваше творчество в совокупности, это больше равновесность или беспредел фантазии? Поиск равновесия. Вот. В беспредельной фантазии. Вы мечтаете что-то донести этому миру через свое творчество? Конечно. Но об этом говорить, не показывая песен, немножко, мне кажется, некорректно. Извиняюсь. Алло? Сейчас посмотрю. По дороге к дому подожду тебя. Разведу огонь и сдержу себя. Сильно я устал. И не снится мне. Я пишу тебе. Привет ей передавай. Все, обнимаю, давай, пока. О, в эфире. Ромашка. Нежным разворотом в голову ударит кто-то и в сознании потоком маршируют. Продолжим. Извините, отвлекли. Видно, что вы любите море. Оно вызывает особые чувства или воспоминания. А есть ли личное творчество, как-то связанное с морем? Конечно, люблю. Был такой период в жизни интересный. Ну, в общем, я очень долго не мог туда попасть, на море. Связано с разными моментами. И даже была песня «Море», посвященная тому, что я там ни разу не был. Вот, мы ее послушаем частично.
заволновалось, и так же быстро успокоилось море, где я ни разу не был море, где по картинкам и по книгам мне побывать, наверное, стоит, чтобы услышать шум прибоя, увидеть, как по ветру чайки сопровождают, помогают. Дельфины тем, за кого решают, будут они дарить на суше тепло и радость очень нужно, и не дадут в обиду силе подводной, нет, не быть могиле. Наверное, зря пою об этом, я никогда на море не был. Вот, интересно то, что эта песня пригодилась в одном фильме под названием «Тистлегорм», «Погружение на Тистлегорм». Тистлегорм – это такой корабль военный. Вот, а фильм был такой документально-рекламный, назовем его так. Вот, делал я его в городе Рязань, и эта песня пошла в титры. Фильм про дайверов, и режиссер этого фильма Саша, он, его нет больше с нами, вот, уже достаточно давно, и диктора, который озвучивал Сергея Мушкевича, тоже нет. Этот фильм есть, по-моему, я его даже где-то выкладывал. Если что, я его поищу, выложу в телеграм-канале. Вот. Достаточно интересный такой фильм для того времени. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. С кем из известных мировых творческих личностей хотелось бы пообщаться? Чье творчество привлекает? Я так сразу вам и не отвечу, потому что много с кем хотелось бы пообщаться. Но вопрос о чем? Интересен ли я им? Житейские проблемы часто становятся катализатором для творчества. Многие известные фильмы и песни были созданы авторами в период душевной боли. Или, наоборот, счастливой эйфории. А на вас в плане творчества значительно влияют подобные моменты? Это вопрос. Больше или меньше получается творить? Вы знаете, какой-то душевный раздрай, да, помогает. Но для того, чтобы использовать этот душевный раздрай для выхода энергии этой, нужно пространство. Увы, зачастую люди, попадающие в сложные ситуации, остаются один на один не только с инструментами, которые могли бы помочь зафиксировать эти мысли все в какой-то форме творческой, но и наедине с этим раздражающим фактором. Поэтому зачастую очень много людей теряют кучу красивых, острых идей, мыслей, переживаний вот в этом бурлящем потоке бытовухи. Мы же зачастую не замечаем того, что происходит рядом с человеком, которого мы считаем близким. Вот. И очень часто, к сожалению, в криках, в ругани, в каких-то нелепых хотелках и так далее погибает очень много чистого, настоящего, в том числе и вот этих творческих идей. Не обязательно, кстати, что они основаны на только каких-то склоках там и так далее. Просто вообще я в принципе говорю об этом, что внимательнее надо друг к другу быть, и тогда отношения будут не только горькими и приводить к творчеству, но и сладкими, и тоже приводить к творчеству. И вот выбор за каждым из нас, чем, кого и как мотивировать на творчество. Представьте ситуацию, вам очень надо выспаться, а соседи за стенкой громко слушают музыку, и вот уже 10-й раз подряд звучит «Ваша свобода» на полную мощь. Что вы сделаете? Пойду присоединюсь к вечеринке, потому что для меня это опыт такой уникальный достаточно. Ну, а как надоест, уйду обратно, одену наушники и буду заниматься своими делами. Ты будешь, я буду, мы будем делать одно и то.
нам поможет та свобода, что сидит под кожей. По определению, главное в творчестве его уникальность. Как считаете, зачем тогда некоторые творческие люди переписывают чужие известные картины, перепевают песни и тому подобное? В чем смысл делать творческие копии? Ну, наверное, у каждого человека по-разному это все происходит. Одно желание повторить, ну, давайте бытовой простой пример. Как говорят, часто говорят, что лучший способ научиться играть на гитаре – это снимать вещи, ну, то есть песни. Не одежду, в смысле, а песни, то есть, допустим, манеру игры какого-то гитариста, для того, чтобы понять, как этот гитарист играет, там, ну, зафиксировать сам съем песни, да. Пианино то же самое касается, клавиш, барабанов там и так далее, ведь все изучают как-то. Другое дело, если иметь в виду кавер-группы, которые снимают полностью один в один какие-то песни, какую-то музыку, играют очень качественно и толково, но при этом к группе прилипает репутация именно кавер-группы, и потом тяжело из этого, скажем так, образа выйти на свет Божий со своим материалом. Вот в этом смысле я не совсем понимаю. Я понимаю, что это деньги, да, их гораздо больше там, нежели в своем каком-то личном творчестве. То есть, ну, сейчас такая ситуация, что тяжеловато заработать с помощью этого. Но я надеюсь, ситуация исправится. Вот, поэтому у всех по-разному. Нужно спрашивать конкретно у того, кто перепевает, кто снимает, кто копирует и так далее. Картина это тоже касается. Как думаете, почему творческие гении часто бывают недооценены при жизни, их творчество никто так и не смог прочувствовать? Не знаю насчет, могу ли я отвечать за кого-то другого, но и тем более за гениев. Вот. Мне кажется, что в принципе природа человеческая, она такая странноватая, потому что мы ценим в себе зачастую то, что не ценим в других, вот, и преуменьшаем влияние друг на друга, преувеличиваем какие-то недостатки, хотя в себе, опять же, мы их не замечаем, но в другом человеке, ну, я думаю, всем известна фраза «в чужом глазу», да, не замечаем. В своем глазу бревна не замечаем, в чужом соринку видим, да, ну, вот такие какие-то моменты. То же самое можно сказать про творческие порывы, ведь иногда доброго слова, доброго дела в отношении кого-то вполне достаточно, чтобы человек сделал шаг вперед. А не пинком или каким-то унижением таланта, творчества, попыток что-то реализовывать, какие-то свои скрытые такие вот моменты с помощью того, что потрогать иногда нельзя, я имею в виду музыку. Вот. Такие мысли по этому поводу. Многие авторитетные компании, среди которых Microsoft и крупные западные банки, предпочитают сейчас брать на работу на абсолютно различные должности сотрудников с музыкальным образованием. Есть мнение, почему? Я давно такого не встречал. Ну, наверняка это существует, просто среди моих знакомых и работников Microsoft в том числе нет. Предполагать могу. Могу предположить, что работодатель считает, что люди с музыкальным образованием, наверное, как-то по-другому смотрят на вещи. Но это, мне кажется, не касается обязательно музыкальных. Как хорошо взять в техническую компанию гуманитария, например, либо наоборот, в компанию, занимающуюся там юридическими услугами, технаря. Вот. Мне кажется, все-таки это связано не... Прежде всего связано с тем, что люди немножко по-другому смотрят на профильную какую-то вещь, на профильную какую-то ситуацию, могут предложить нестандартное решение. Мне вот так кажется. У современной музыки все меньше правил, она становится как будто менее душевной и более дерзкой. Как думаете, а что дальше? Ваш прогноз? За какой музыкой будущее? Сложный вопрос, на самом деле, потому что был такой тоже период в жизни, когда появился стиль такой транс,
Вот, я точно помню. И казалось, что, ну, мне во всяком случае казалось, что дальше просто, ну, ничего не будет происходить, потому что она была очень мощная, насыщенная, такая, приводящая в какое-то состояние аффекта. Даже больше, чем какая-то любимая музыка. Вот. И поэтому казалось. Однако потом появился Deep House там и так далее, всякие какие-то штуки. Невероятно. То есть, по мне так, сейчас совсем не пик идей каких-то, да, их развития, а скорее плато какой-то, как затишье перед бурей. Мне кажется, что все-таки что-то должно произойти. Но не может же вечно быть модным то, что будоражит кровь какими-то беспредельными вещами. Мне кажется, все-таки человеческая природа, она даст еще свои плоды, и в плане музыки тоже такие вот созидающие. Хотя, в принципе, посмотрите, послушайте, что вокруг происходит. Выбор огромный. Другое дело то, что навязывают, то, что нарочито из всех телеприемников, телепередатчиков называют модным в трендах и так далее. Ведь человека, получается, ведут по определенному маршруту. Собственно, как и всегда, но у вас есть выбор. Выбор, что слушать, что смотреть. На мой взгляд, то, что вам помогает быть, оставаться и планировать оставаться человеком, вот эта тема. А то, что разрушает вас и ведет в какую-то яму деградации, там, ну, каждый сам выбирает. Но я бы поговорил с кем-нибудь на эти темы поподробнее. А расскажите, пожалуйста... А, кстати, насчет дерзкой музыки. «Дитя человеческое» фильм. Вот, он такой провокационный. И там такая музыка звучала. Вот если помните «Дитя человеческое», посмотрите. Там музыка типа из будущего звучала. Я знаю, что таких фильмов предостаточно, но в этом фильме очень хорошо показан такой вот момент, типа люди собираются в каком-то своем доме, что-то обсуждают, какие-то политические моменты, и там музыку включает, и там такой рев просто, такой поток идет, и сидят спокойно, спокойно общаются, а если музыку послушать, то там просто невероятные какие-то рев, шквал каких-то там, все, в общем, если АЧХ смотреть, то мне кажется, просто сплошной такой шум, там, что-то такое страшное. Вот для кого-то эта музыка, кто-то так слышит музыку будущего. Расскажите, пожалуйста, немного про проект «Рок-мотор» в Мурманске, если что-то еще помните. Вы были с Александром Ядовым в жюри этого конкурса? Да, мы были с Сашей. Откуда вышли какие-то известные сейчас имена? Ну, в «Рок-мотор» мы попали с Сашей Ядовым через проект... Тогда он, я не помню, как назывался, либо «Герой нашего времени», либо «Рок Лаб». Вот, мы принимали, ну как мы, коллектив, творческая редакция принимала на себя такой удар в виде какого-то частичного, минимально частичного прослушивания композиций, которые присылали вот, на прослушивание. И мы откровенно какие-то там вещи... Ну, фильтр такой, небольшой фильтр входной был. Вот. Ничего никуда не выкидывали, но какие-то группы, которые в редакторской группе показались более-менее симпатичными, назовем это так, вот, они отправлялись выше по цепочке, и, в общем-то, было принято решение старшими товарищами делегировать нас с Сашей на Мурманский фестиваль «Рок-мотор», где мы познакомились с группой «Эстера», Володя Николаев, вы его все прекрасно знаете. Вот, и там мы пообщались с ними. Володя Николаев, мы с ним играли в одном коллективе, вот, с Вадимом. И сейчас Володя занимается сольным творчеством, проект «Файн», рекомендую, кстати. Не, ну в Мурманске было круто, мы уже неоднократно там были, что касается каких-то бытовых штук. То побывали много где там у Алёши на памятнике. Просто по городу покатались. Были зимой, было свежо. Вот. Так что... Ну, а само вот это вот жюри, ну, это
не совсем корректная тоже история, потому что, ну, как бы сложновато было оценивать среди многообразия. Ну, как это? Поэтому, когда мы ставили галочки, там были такие вот анкетки, мы ставили галочки, я везде ставил, я за все группы везде поставил галочки. Вот. Но в жюри были не только мы с Сашей, там еще были люди, поэтому все, что произошло после, это уже на совести других людей. Я не то, что не снимаю с себя ответственность, а просто так выглядело. То, что я не смог выделить кого-то, потому что все ребята были очень искренними и толковыми. Но впоследствии группа Эстера перебралась в Москву, но по каким-то своим внутренним причинам перестала существование. Увы и ах. Но я надеюсь, что придет время, и они допоют то, что не спели тогда. Эстера, привет. Володя, привет. Случалось ли у вас на выступлениях в группах Тени, Тантра или в коллективе Вадима Самойлова такие ситуации, когда надо было неожиданно без подготовки импровизировать? Ну, что касается всех групп, которые вы перечислили, то скорее больше всего импровизации было в группе Тени, потому что на тот момент... Ну, это все связано с оборудованием, скорее всего. И когда что-то отключается, но не должно возникать никаких пауз там, и так далее. Тогда просто еще и уровень был технической оснащенности такой, вообще никакой. Но мы старались как могли. В Тантре работали уже в сетке, то есть все было фиксировано, все вовремя. То есть это не джем, это не какой-то там не джемовое выступление. Это все прям вот и до, с начала до конца, все имеет свою уже придуманную форму, и мы не хотели, да и, собственно, незачем было отходить в какую-то свободную историю. При этом рок как положено. Вот. У Вадима, ну, у нас были на концертах импровизационные какие-то моменты. Вот. Но они, опять же, они были заранее придуманы. Вот. То есть все равно, что касается выступлений, то это как... целостный какой-то продукт, чтобы человек от и до находился в заданном настроении. Вот. Поэтому какие-то импровизационные, если ситуации случались, то они носили, скорее всего, спонтанный характер. Но бывали, бывали, конечно. Расскажите, пожалуйста, о приколах, шутках музыкантов друг над другом внутри коллектива, с которыми вы выступали. Ох, ребята, наверное, все-таки этому стоит посвятить отдельно какие-то. Надо покопаться в памяти. Может быть, даже где-то какие-то видосики есть. Вот, так. Какие-то байки. Ну, шутили, шутим и шутили постоянно друг на друга, но беззлобно. Вот. Подробнее можем где-нибудь в телеге перетереть за эту тему. Вот. А какие ваши дальнейшие творческие планы после своего нового альбома? Планируете уже конкретно что-то? Ребята, спасибо за вопрос. Мне, право, неловко отвечать, но сначала нужно выпустить новый и, по сути, первый полноценный свой альбом лично. Вот, кстати, был вопрос про альбом группы «Тени». У нас их записано 3 или 4. Вот, я по чуть-чуть их выкладываю. Что касается изданий, то, конечно, нет. Потому что, ну, какие издания у молодой провинциальной группы там в те года, когда писали все на кассетах, эти записи есть. Но, однако, даже один альбом называется, по-моему, «Нулевой холод». Вот. Потом было несколько песен под объединяющим названием «17 лет». Вот. И еще были две, назовем их так, кассетки. Две стороны кассетки, записанные там чуть ли не драм-машинка, бас-гитара, вокал, что-то такое там. Ну, короче, четыре альбома есть, представляете?
пришел один молодой вояка. Маме он сказал прости и пошел в атаку. Выстрел, пуля, недолет, и живой сегодня он обратно в бой идет, и идет спокойно. Что еще помимо своего творчества, по вашему мнению, делает творческого человека привлекательным в глазах поклонников? Без понятия спрашивайте у поклонников, что вас привлекает. Ведь зачастую то, что кажется кому-то нормальным, кому-то кажется ненормальным. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть то, чего нет во мне. Мне кажется, вообще, в принципе, такая тема, привлекательность кого-то к кому-то, она такая обсуждаемая, потому что есть люди, которые ценят в других вообще то, что мне непонятно, и наоборот, вот. Так что это такое индивидуальное. Спрашивайте у поклонников знаменитых людей, что их там привлекает. Опишите, пожалуйста, самую полезную критику в адрес вашего личного творчества, если была и запомнилась. Она помогла чем-то. Полезная критика. Но она сейчас, понимаете, чем дольше этим занимаешься, тем она приобретает такой характер, то есть более технический, что ли. Потому что никто не лезет в смыслы, вот, потому что особо никто не лезет. Есть пожелания некоторые от старших коллег по цеху и от друзей, вот, но, как правило, никто не лезет, потому что чужая душа потемки, да, и что я на самом деле хотел сказать, известно только мне. Но если только какая-то словесная форма совсем дикая, да, и попахивает там лютым графоманством, то да, мне показывают пальцем, говорят: дружище, поменяй здесь слово. Вот. Это полезная критика. Я вам больше скажу, существует бесполезная критика, злобная. Вот. Но это связано с природой того человека, тех людей, которые так критикуют. Они, сами того не замечая, критикуют не меня, а себя. Вот. Ну, такая вот тема. Эта критика совершенно очевидна. Когда просто нет смысла, есть злость. Увы, ях, такие люди тоже существуют. Ну, бог им судья. Случалось ли в прошлом или настоящем такие ситуации, когда песня ну никак не доводится до конца? В этом случае вы бросаете или периодически к ней возвращаетесь? Вы упрямы в своем творчестве? Вы доводите до конца? Все доводите до конца? Да, к сожалению или к счастью, не знаю, очень много подвисших в воздухе зарисовок. И опять же, это связано с тем, что, на мой взгляд, опять же, как я для себя это объясняю, это связано с тем, что погруженность в какие-то, пусть даже бытовые вещи, но это вот чуть раньше у меня происходило. Сейчас простора для этого больше, и в принципе времени хватает. Сейчас все доводится потихонечку до ума, просто не получается заниматься сразу всеми треками. То есть, допустим, где-то не дописан текст, а где-то не дописан там куплет музыкальный, я имею в виду. И вот это все вместе там, в общем-то, считаю, что правильнее взять одну композицию, довести ее до ума, до какого-то, то есть состоявшейся формы, и потом спустя какое-то время переслушать, если вдруг что-то родится, то доделать, да? Вот, а приходится там коллеги... ну ладно, пусть работают. Работайте, друзья. Вот. Упрямство в этом вопросе такая штука. Ну, упрямство можно проявлять, допустим, в чистке материала. Допустим, хочу записать какую-то перкуссию или пульсацию создать и посидеть, повозиться именно с техническими какими-то штуками. Скорее, здесь подходит упрямство. А вот упрямо писать текст, ну, не знаю, может быть, у кого-то получается. У меня упрямо писать текст нет. У меня именно сесть, погрузиться в эту мысль, и не отдавая себе отчет в том, что пишешь, писать. Потом уже происходит литовка внутренняя, и тогда что-то получается. Если мы говорим про упрямство.
так оно обычно, по дороге идешь, там, от природы есть в твоей свободе там страсть к любви и одиночеству, такие вот какие-то моменты. И оно появляется, фиксируется. Вы доводите до конца, посильно, по возможности. Когда только начинали заниматься творчеством, боялись быть неуслышанным? Если да, то как это изменилось сейчас? Вы знаете, нет. Ни тогда, ни сейчас этого страха нет. Потому что цель не быть услышанным, а донести. Донесение материала, творчества. Это же просто вот отдал в сеть. В данном случае в сеть конкретно. И пусть оно уже своей жизнью там живет. Что с этим случится, покажет время. Вот, страха нет никакого. Страх есть не успеть сказать что-то. Вот, забыть что-то. Не выразить мысль ясно и своевременно. Вот в этом есть страх. В этом есть страх. Потому что у меня куча... Не куча, но у меня хватает примеров людей, которые, даже не занимаясь творчеством, не успели что-то сделать в жизни и, к сожалению, ушли. Вы самокритичны в личном творчестве? Очень, очень самокритичен. Наверное, это и мешает сделать все быстрее. Раньше самокритики вообще никакой не было. Поэтому у Теней 4 альбома. Но это скорее можно назвать фиксацией, а не работой, творческой проработкой материала. Просто на тот момент встретились, а давай запишем. Записали и... Смело назвали это, альбом есть у меня, даже на кассетах где-то передавали, распространяли, там что-то такое было. Какие недостижимые творческие высоты для вас еще остались? О, вы знаете, их много. Вот, но я их не буду вам озвучивать. Простите. У вас есть свой творческий девиз, кредо, любимые личные осознанные высказывания о творчестве? Ну вот, не могу сказать, что я что-то придумал уникальное, но все-таки я повторюсь, что человеку не надо бояться фиксировать идеи, то есть в какой-либо форме, потому что время идет, вот, а не фиксация материала предполагает его отход на задний план, и он становится даже не снаружи, а внутри неактуальным. И это такое зрелище, скажу я вам, даже наблюдая за собой, не очень приятное. Фиксируйте любые мысли, любые идеи, фиксируйте. Что-то светлое потом останется. И темное, нормально это все. Какая концепция для вас ближе? Творчество как удовольствие? Творчество как образ жизни, творчество как работа или что-то другое. Вы знаете, все меняется, все очень меняется. Вот, совсем недавно у меня это было как только лишь как удовольствие среди какой-то бытовой истории. Вот, потом наступил момент, когда это стало образом жизни. Могу сказать, что до бытовухи тоже был как образ жизни. Вообще всю жизнь у меня вот эта вот история, ну, сознательная, когда первые какие-то штуки начали записываться, всю жизнь вот это вот а-ля образ жизни сопровождает. Потому что всегда где-то была гитара, всегда где-то был какой-то магнитофон «Романтик 306», например, на который записывали мы общажные песни. Работая на телевидении, по ночам сидел на видеомонтажном посту, я сидел во Fruity Loops, программировал какие-то штуки там. Кстати, вспомнил, да, именно во Fruity Loops был записан, по-моему, 2001 года материал. Песен 10, наверное. 10. Вот такая тема. Так что творчество как образ жизни, творчество как работа или что-то другое. Сейчас, наверное, это все вместе. За исключением лютой бытовухи. Ну, назовем ее так. Я вообще бытовуху люблю. Вы счастливы в данный момент от того, чем занимаетесь? Не жалеете, что выбрали творческий путь, такой интересный и такой нелегкий одновременно? А что жалеть? Вот как жалеть о том, что происходит с тобой здесь и сейчас?
Жить в сожалении вообще такая вещь неблагодарная. То есть о чем сожалеть? О том, что можно было как-то по-другому поступить. Ну, поступил так поступил. Вот. Ничего плохого в этом я лично не вижу. Если кто-то видит в любимом занятии что-то плохое, то это как бы беда того, кто не видит. Потому что у любого человека, мне кажется, должна быть отдушина какая-то, да, посреди всего этого хаоса, посреди всего вот этого материального мира и так далее. Кому-то нравится книжки читать, кому-то нравится музыку писать, фиксировать мысли таким образом. Вот. Кому-то нравится с 9 до 5 работать. Приходить домой, ругаться, мириться и так далее. Расскажите, пожалуйста, то, что такой интересный и такой нелегкий творческий путь. Ну, ребят, сам путь легкий. Все, что вокруг него, иногда невыносимо тяжело. Но не все и не у всех. Расскажите, пожалуйста, про ваше творчество, связанное с режиссурой игрового документального видео. О, ребята, работал я какое-то время в рекламной истории. И в документальной истории немножко довелось поработать. Что рассказать? Работа как работа. Какие-то навыки применялись и связанные с музыкой, с... так сказать, с работой над шумами, над звуковыми дорожками, видеомонтаж, графическое оформление, компьютерная графика, вот эти все истории. Все это знакомо, но как-то не знаю, сейчас это не занимает какого-то большого места в моей жизни, за исключением создания видеоартов для наших концертов, а работы по инженерной части. Можно ли это назвать какой-то режиссурой? Наверное, можно. Вот. Так что... как-то это такая часть жизни, которая, ну, есть она и такая. Как выделить, что там рассказать? В каких проектах участвовал? Писал музыку для документального фильма, для игрового. Маленький фрагмент музыки, сейчас вспомню, да, с Робертом Роберт Филатов, оператор был, фильм назывался «Апостасия», где там есть маленький фрагмент. Я писал откровенно кавказский фрагмент, то есть такой вот, да-да-да-да-дан, что-то такое, сейчас даже не вспомню. Да, да, я был на премьере даже этого фильма, я там в титрах написан. Художественный фильм. Что значит продуктивность в творчестве? Это больше про количество или про качество? А мне кажется, все-таки это сочетание двух этих параметров, количество и качество. Но если говорить вот именно про фиксацию идей, то, конечно, невероятно радуют люди, которые либо самостоятельно, еще больше, конечно, когда самостоятельно, либо все-таки у людей есть команда единомышленников, которые вместе что-то делают и фиксируют свои идеи в той или иной форме, пусть даже там это будут какие-то анплакты там и так далее, какие-то такие штуки, которые не то что не стыдно показать, а просто есть что показать. Вот это вот тема, потому что я, допустим, могу показать очень много песен под гитару, очень много музыкальных, электронных всяких зарисовок, фрагментов, идей и так далее, но... показать, допустим, сказать, что вот я выпустил пластинку, я этого не могу сделать, я это искренне говорю, потому что вот этот сенс, уровень, он поднялся очень высоко и постоянно чем-то недоволен. Ну, вот я там где-то чуть ранее отвечал на этот вопрос. Качество такое, такая штука. Но надо себя... я практически себя уже переломил и скоро буду начинать выкладывать так, как вот оно есть, в том качестве, в котором оно сейчас есть, без такого лютого перфекционизма. Он не нужен. Иногда он вообще не нужен. We'll be right back.
Вот. Для вашего личного творчества существуют ли запретные темы? Да, существуют, но я их вам не озвучу. Последний карантинный год повлиял как-то на ваше творчество? Да, повлиял. Очень серьезно, причем повлиял. Вот. Очень много было таких моментов, когда идей много, а зафиксировать их не на чем. Приходилось напевать на диктофон. Вот. Если сравнить с более ранним каким-то периодом жизни, то была возможность и клавишные партии записывать, и программировать, и на студии, и дома. Вот. Но сейчас, мне кажется, все-таки мне жизнь подарила вот это время, которое я могу посвятить только, почти только творчеству. Собственно, этим сейчас и занимаемся. И пусть оно выглядит таким, что мы каждый там стрим, каждую штуку говорим, вот-вот-вот скоро что-то случится, вот-вот-вот мы скоро что-то покажем. Вот. Поверьте, если что-то не происходит, что-то не выкладывается, то это не из-за нежелания что-то выложить. Потому что идей много и у меня, и у моих коллег, товарищей, друзей. Вот. Как-то так. Плюс про себя могу сказать, что я этим занимаюсь здесь один. Собственно. И это не гуд. Это не есть гуд. Какой совет вы бы дали тем, кто только ищет свой путь в мире творчества и не знает, с чего начать? Советчик из меня тот еще, но все же. Мне кажется, мы же не в вакууме живем, да, и все равно кто-то рядом есть. Я думаю, что для молодых людей, которые хотят чем-то заниматься, им нужно не стесняться фиксировать свои идеи, показывать друг другу, делиться, критиковать. Интернет, опять же, в помощь там и так далее. То есть было бы желание, как говорится. А все остальное можно добыть. И навыки, и профессиональные, и какие-то... И энергию, и настроение, и вдохновение. Так что просто не бойтесь фиксировать все, что есть. В стихотворной форме. Кто-то пишет биты, пишите биты. Кто-то занимается там синтами. Занимайтесь, не стесняйтесь, фиксируйте любые идеи. Потому что я иногда листаю ленту там Инстаграма и нахожу просто мега популярные какие-то штуки. Причем Инста — это не ТикТок, да, где с помощью какого-то там сценария люди добиваются популярности. А Инстаграм все-таки он попроще в этом плане. И там прослушивания, просмотры, они в меньшем количестве. Но там я удивительные вещи нахожу вообще. Бочка, драм, бас, бочка звучит, бум-бум-бум там, допустим, и идет какая-то линия скрипичная, тоненькая. Все это занимает минуту. Я бы сказал, если бы услышал где-то, что это ни о чем, да? А люди там дискуссии целые по этому поводу ведут, поэтому и считается, что это круто. Удивительные какие-то вещи иногда происходят. И такого очень много. Я не говорю, что это плохо, что какие-то такие вещи несерьезные, казалось бы, имеют такое вот обсуждение и так далее. Я говорю о том, что внутреннее восприятие не всегда оно объективно, потому что мы же слушаем и смотрим на людей сквозь свои глаза, сквозь свои уши там, и так далее. И воспринимаем это как мы, а не как вообще, в принципе, как оно в природе существует. Доподлинно же неизвестно, кто как. Кто видит правдивее, кто слышит правдивее. Даже дело не в правдивости, а мы по-разному все слышим. Возможно, мы можем сказать, что да, вот слышишь мелодия, та-та-та-та-там, там вот эта вот тема. И кто-то ее слышит так же, но воспринимает он ее все равно по-другому. Так что совет еще, такой совет, фиксируйте, не бойтесь. Вы часто используете в своем творчестве искусственный интеллект. Нейросети сейчас творят чудеса. Как считаете, следующими великими музыкантами и художниками могут стать роботы? Я так не считаю. Но ошибиться очень легко, потому что слышал я недавно текст, написанный... Короче, продолжатели движения группы Нирвана, да, гранж, вот эта вот вся история. То есть искусственный интеллект написал мелодию, искусственный интеллект написал текст, а спели его какие-то там ребята, живые голоса причем.
Вот. Если человек не посвящен, не знает, он может ошибиться, сказать, о, что-то из неизданного Нирваны, да? Вот такая вот история. Но если тебе скажут, что робот, тут опять же от восприятия все зависит. Перепутать легко, вообще элементарно. Сейчас такой мир насыщенный, что иногда с человеком в интернете общаешься, и непонятно, живой этот человек или, я прошу прощения, мутант какой-то там. Потому что такие нелогичные поведения бывают. А робот, казалось бы, должен вести себя логично. Вот. Чудеса творят, да. Среди всего многообразия личного творчества у вас есть творения-любимчики? Нет. Нет. Хотя, вы знаете, есть. Они посвящены детям. Есть несколько мелодий, несколько зарисовок, опять же, которые посвящены детям. Вот, это любимчики. Но они мои. Существуют определенные правила в музыке, поэзии и так далее. Как считаете, а всегда ли важно соблюдать так называемые законы жанра, размера и прочее, или важнее просто вложить свою душу? Отвечу кратко. Главное – вложить свою душу. Стихотворные строки или даже музыка чаще всего приходят, не выбирая удобного времени, или надо приготовиться, настроиться. Бывает то, что в дороге или между дел что-то записываете, чтобы потом не забыть и легко воспроизвести. По-разному, у всех по-разному, у меня в том числе. То есть, когда ты сидишь на кухне, с утра кофеечек пьешь там, а что-то приходит, ты фиксируешь, может быть, даже на бумаге. Бывает в дороге, благо диктофоны есть. Что-то даже напевать надо, кстати, послушать диктофон, там накопилось. Помимо спам-звонков дурацких, еще всякие вокальные. То есть, идешь по улице, и люди так иногда, когда вечером или ночью, темно, тишина там. И ты идешь и напеваешь. Да-да-да. И там что-то, например, да. Ну, с какую-то фразу там. Два слова в виде припева. Много всего всякого. Я думаю, у всех по-разному. Вот добраться бы до них еще. Вы когда-нибудь чувствовали творческий кризис или выгорание? Как с этим можно справиться? Конечно, чувствовал. Бывало, что сжигали заживо, специально. Но это такое ощущение. Сам выгораешь, сам не выгораешь. Человек открытый, сжигаем. Вот. Сам ты не выгораешь. Если тебе... Человеку много же не надо, на самом деле, для самореализации. Ему немножко маленького своего пространства просто оставлять нужно. А если тебя вокруг прессуют постоянно, и какие-то метаморфозы жизненные, всякие дикие ситуации происходят, сложно сохранять вот это состояние таким вот творческим. Ну и то, я думаю, что есть у меня знакомые ребята, рэперы, которые, казалось бы, пишут о каких-то там подворотнях, там, ну, писали, да, вот, о каком-то хаосе уличном и так далее, то есть о вот этих вот всяких переживаниях подростковых и взрослых там и так далее, там, всякие такие непотребные темы и потребные в том числе. Вот, казалось бы, люди живут в хаосе, а творят такие вещи. Я думаю, что
очень много зависит от окружения и от обстановки, которая вокруг вас. Вот. Сберечь то состояние, то есть иногда сложно, если вокруг все горит. Но можно, я думаю. Выгорание было у меня. Да. Справиться. Справиться, наверное, собираем чемодан и уезжаем. Просто уезжаем из того места, где пожар. Вот. Успокаиваемся, собираем мысли, приводим мысли в порядок и начинаем среди всего того безобразия, которое вас окружало, и вы с собой привезли, начинаем заново находить себя. Я думаю так. Ну, я так чувствую. А если бы ваш... Если бы вы вдруг решили снять фильм о своей жизни... О, ребят, какой саундтрек из собственного творчества к нему подберете? Ну, вопрос. Решили снять фильм. Ну, я пока не решил. Вообще пока о чем фильм-то снимать? Не знаю. Как ответить, не знаю. У творческих людей даже при всем многообразии личного творчества можно проследить часто определенный стиль. А как вы относитесь к экспериментам? Не задумывались в последнее время осуществить что-то резко творчески необычное? Конечно, я к экспериментам очень хорошо отношусь. Вот. И я думаю, что будет такой путь. То есть один альбом будет с одним характерным звучанием, следующая какая-то работа будет с другим. Это касается альбомом, я называю некий набор песен, некая книга, да, то есть имеющую какую-то смысловую нагрузку вместе. Вот. И, ну и по отдельности, конечно. Вот. И по звучанию, конечно, хотелось бы поэкспериментировать, безусловно. У многих групп это есть, и я думаю, это не шпаргалка, это просто интересно. Купил себе акустическую гитару здесь, в Екатеринбурге. Так что намекаю. О как. Андрей, не пора ли начать быть самим собой, а не подстраиваться под людей, которым на самом деле на тебя все равно? Таким образом ты теряешь поклонников в геометрической прогрессии. Если конкретно, то имеется в виду, что надо быть проще, а не строить из себя полиглота и всезнайку в чатах. Это не идет тебе. Ну, как-то, наверное, должен отреагировать. Я уже реагировал на эту фразу. Она давно висит. Мне кажется, что есть некое непонимание того, как люди вообще между собой общаются. Вот. Когда вы задаете какой-то вопрос, то знаете, где начинается проблема? В том месте, где вы не получаете ответ, который хотели бы услышать. Вот. Если я вам даю ответ... непонятный какой-то, на ваш взгляд, вот, то это ровным счетом означает, что вы задали вопрос, который не предполагает четкого ответа. На мой взгляд, это именно так. Это как если бы я спросил у человека, ты все так же пьешь коньяк по утрам? Как тут ответить? Да? Значит, я пью коньяк по утрам. Нет, значит, я перестал пить коньяк по утрам. В вопросе заложен подвох изначально. Так вот, уважаемые друзья, вот, если вы задаете какой-то вопрос, то либо настроитесь на дискуссию последующую, либо задавайте вопрос таким образом, чтобы можно было ответить корректно и кратко, чтобы не возникало подобных ситуаций, которые приводят к очень нехорошим порой последствиям. Вот, могу, так сказать, развить эту мысль и также посоветовать тем, кто не получает каких-то ответов, даже не то, что не получает, а не получает тех, которые они бы хотели. Да, перестать додумывать, фантазировать и приумножать негатив, который рождаю не я. Вот. А так, добро пожаловать, всегда готовы быть самим собой, собственно, самим собой и являемся. И являлись всегда. Другое дело, что происходит иногда столкновение с людьми, которые себя считают почему-то выше других, понимающими даже лучше, чем знающими мою жизнь лучше меня. Вот. А тем, кто сомневается в каких-то штуках, вот он я, пожалуйста, приходите в телегу. Телегу.
самое то место сейчас, где меня больше всего, где я общаюсь больше всего, скажем так. Нас там не так много, но там очень дружно у нас, очень хорошо. Обсуждаем все на свете. И всегда рад буду ответить на любые вопросы. Спасибо за вопрос, кстати. Обложка сингла «Свобода». Ваша идея, она отличная. Откуда красный цвет? Кровь. Очень понравилась «Свобода». Расскажите, пожалуйста, а испытывает ли автор особые эмоции, размещая свое творчество на официальных площадках? Это новая ступень. Особые эмоции испытывает, потому что после публикации официальной ты начинаешь слышать косяки. Все, которые ты не слышал до этого. А уже менять поздно. Как есть, так есть. Это особое сам. Ну, конечно, есть момент. Это же первый релиз в моей жизни вообще, такой официальный. Хотя записано было очень много, и куча демок выложено. И просто сейчас ее уже демкой не назовешь, да? Она выложена. Хотя, естественно, по критериям всяким техническим можно сказать, что где-то она не доделана, где-то она там, может быть, и доделана. Мне сложно оценить. Меня в Фейсбуке сказали, что песня вообще похожа на Агату Кристи. Мне интересно, если вы слышите в «Свободе» что-то там от Агаты Кристи, голос похож, манера исполнения, там еще что-то. Намекните, где, потому что очень интересно, где мой голос там похож на Вадима или на Глеба. Покажите, ткните пальцем, очень интересно. Особые эмоции, вот такая тема. Это новая ступень? Да, это новая ступень, безусловно. Не существует типичного портрета творческой личности, но есть характерные особенности. Наблюдательность, мечтательность, поиск новых впечатлений – и тому подобное. А вот комплексы у всех абсолютно разные. А вы замечали за собой на разных этапах комплексы, связанные с творчеством, как боролись? Конечно, у каждого человека не только в творчестве есть комплексы. Я их называю неврозы приобретенные, потому что если мы говорим о взрослых людях, то есть если маленькие дети комплексуют делать то, что они, может, не умеют еще делать, и при этом они знают, что они не умеют делать, то у взрослых, мне кажется, то же самое. Вот. Другое дело, неврозы – это такая тема, когда ты вот делаешь что-то, а тебя за это творчество условно пинают, да, бьют там, или всячески унижают твои какие-то темы. Тут момент такой тонкий на самом деле. Если это делает какой-то левый человек, абсолютно никак не влияющий на, ничего не представляющий из себя в вашей жизни, или лишь только просто громко где-то там за экраном монитора кричит, то это одна тема. Вы можете просто человека забанить, отправить гулять там в свои вот эти вот всякие тематические места, пешие путешествия и так далее. Это одно дело. А если это делает близкий человек, который рядом с вами живет и так далее, пусть он даже постепенно это делает или неявно, сейчас много новых терминов появилось там, троллинг, абьюз там и так далее, вот эти всякие штуки, то, наверное, все-таки нужно с человеком либо поговорить и объяснить, что это то, из чего я состою. Это то, что из чего, без чего я не могу быть самим собой до конца. Вот. Тем более, это же не торговля какими-то запрещенными препаратами, это творчество, это музыка. Вот. Поэтому комплексы, неврозы, ребята, берегите друг друга и гоните за шеи всяких уродов, которые мешают вам творить. Прям вот целенаправленно, навсегда, надолго отодвигайте их от себя. Они себе-то портят жизнь и пытаются еще другим портить жизнь. И не надо мне рассказывать, что никто ни на кого не влияет. Все друг на друга влияют. Просто одни люди друг другу дарят время для того, чтобы человек не замыкался только на бытовуху и занимался еще какими-то полезными для себя вещами, да. Развивался, книжки читал, музыку писал. А другие пакостят. Вот. К первому у меня уважение, ко вторым презрение. Простите за грубость. Так есть. Себя не любят и других не любят. А вы попробуйте любить людей. Фух. Известно, что многие творческие личности, находясь в состоянии потока, теряют чувство времени. У вас бывает такое, что сутки напролет творите что-то? Бывает. Спасибо за творческую личность. Бывает, конечно. И вы знаете, что на самом деле больше всего мешает? Неудобный стул.
полувзвешенная клавиатура и отсутствие гитары. Сейчас это у меня все есть. Стол, клавиши, все это здесь уже в Екатеринбурге как бы приобретено. По-своему обживаюсь. Ну, все, при всем при этом у меня в Подмосковье и в Москве равнозначные комплекты студийного оборудования стоят. Пылятся, если что. Творим, да. Замечали, что если автор показывает свои стихи, которые читает даже под незамысловатые несколько аккордов, люди в них вслушиваются внимательнее. Не могли бы и вы прочитать нам одно из личных стихотворений своим голосом под музыку? Очень интересно, как это у вас звучит. А у меня, по-моему, есть зарисовка. Я думаю, покажем. Кричит от счастья пустота, кричит сейчас, кричит потом, поет и плачет. Кричит о том, что повезло, кричать ей ночью или днем. Кричит, смеется холодом, поет и плачет. А голос тихий и больной, и тише, тише. Над собственной своей судьбой слезами дышит. Глазами полной пустоты и телом ветра идут такие же, как ты, на край планеты. Все по-чужому, за глаза и по инерции. Под черным проливным дождем размокло сердце. И только черный лунный свет молчит и слушает, и оставляет черный след от наших душ. Спасибо. Как по-вашему, какое ощущение человек обязательно должен пережить в своей жизни? Ощущение жизни, а не потребление. Как придумываются аранжировки к песням и инструментальным композициям? Звучат в голове, как не потеряться в бесконечности или вечности звуков и найти тот самый секретный фарватер? Без понятия. Удивил. А что сложнее придумать, музыку, гармонию, мотив или слова к музыке? Чаще приходит музыкальная мысль. На самом деле, да, чаще приходит музыкальная мысль. Ну, у меня чаще музыкальная мысль, в последнее время особенно. Вот. А так по-разному бывает. Все зависит от того, где, в каком месте находишься. То есть музыка... Ну, по-разному. Тут нет какого-то прям... С утра пришла музыка, в обед должна прийти фраза, да? Бывает такое, что придумалась музыка и даже аранжировка в голове.
Свистит Аки соловей на опушке леса, радуясь свежести летнего утра. Есть ощущение настроения, но не приходит в голову темы, идеи, песни и слова. Что делаешь в этом случае? Да ничего не делаю, отпускаю. То есть у меня множество зарисовок музыкальных, которые просто как музыка лежат, какая-то фраза, там куплет-припев, проигрыш, куплет-припев, проигрыш. А текст, ну это, наверное, задранная какая-то тоже планка, потому что где-то хочется, вот захотел, чтобы там был рэп, а я его, ну не рэп, речитатив. Стиходекламация некая. И ты сидишь и понимаешь, что а рэпом я про это не скажу. Ну, то есть речитативом я про это не скажу. Ну, ничего, мы поднимем тетрадочки и поищем там тексты хорошие какие-то, свои собственные. И, возможно, они встанут. То есть я думаю, что все неспроста. Аки соловей. И обратно. А бывает, что есть идея, слова, но ни гармонии, ни мелодия не предвидится. Или все-таки музыка, она всегда... Ну, есть же вот как раз стихотворение, которое звучало, это просто текст рожденный, а потом поверх написал музыку. Ну, и то это, получается, стихотворение прочитал, а потом музыка зазвучала. Как бы, существуют они отдельно. И некоторые тексты лучше не трогать, пусть они будут как есть. Как вот есть. Другое дело прочитать грамотно. Хочется прочитать грамотно. Может ли существовать идея аранжировки, но при этом не быть ни гармонии, не тема. Первичность в цепи слова, мелодия, аранжировка может быть любой. И отправная точка может быть любой, как чаще всего происходит. Да нет, на самом деле я к аранжировкам, вот к слову аранжировка, отношусь как к некому правилу. То есть, когда пишут, что, а что у тебя с аранжировкой, то получается идет как бы разбор технических моментов скорее. То есть, количество инструментов звучащих, там, структура, там, как это все описать. То есть это такой момент про аранжировки, кстати, вот технически надо какой-нибудь стрим как-нибудь провести и вместе покопаться во всем этом, чуть ли не трек создать вместе. И потом, и на примере этого поговорить про аранжировки, потому что, ну, есть правила, есть целые науки, учебники по всем этим темам. А кто-то не парится и делает, звучит просто бочка, вокал какой-нибудь там с драйвом, да, и просто скрипочка. Человек послушает, скажет минимализм, а это дико популярно. Черт его знает, как это все работает. Вот. Другое дело, когда стена, вы помните, я поговорил про звук, стена звука, да, из фильма «Дитя человеческое». Вот найдите, послушайте, там прикольно. Мне кажется, даже в саундтреке должно быть. Но там ад. Такой. Отправная точка может быть любой. Может. Если вдруг нет идей творческих, бывает... Какое отношение к этому раздражает, бесит или философский настрой? Не хочется оправдываться, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Идеи творческие всегда, возможность и желание доделать не всегда. Если бы можно было полететь на другую планету для ее освоения, как первопроходец, и знать, что не вернешься обратно, полетел бы? Да, полетел бы. И какую бы функцию там хотел выполнять, за что быть ответственным? И если можно было бы взять что-то одно с Земли, личную вещь, то что бы это было? Насчет вещи не скажу, потому что я думаю, что все-таки как-то слишком ограничено все это. А кем хотел бы быть? Но если первый лететь, то, наверное, встречающим других людей. Вот. Такой хороший вопрос, надо подумать. Как считаешь, создатель ответственен? Как считаешь, создатель ответственен за созданное в нравственно-этическом отношении? Или не его это забота? Стоит лично перед тобой такой вопрос. Да, но надо четко отделять, что именно создано. Если создана гадость какая-то откровенная, то человек, который ее создал, несет первичную ответственность за это. И все те попытки списать на увидевшего, вляпавшегося в эту гадость другого человека, они ничем не лучше
самого того создания, которое было, той гадости, которая была создана. Но, опять же, бытует мнение, что нет плохого, нет хорошего там и так далее. Но, ребят, увы и ах, жизнь такая штука интересная, да, и, к сожалению, не длинная, вот, что мы так или иначе выделяем что-то в хорошее для себя, что-то в плохое. Есть классические вещи, да, то есть вот это откровенно, допустим, там ложь, вранье – это плохо. А, дискутируемо насчет во благо там и так далее, что такое благо, да, и так далее. Вот это какие-то такие моменты. Мы же говорим об откровенных каких-то плохих вещах, которые каждому человеку понятны, да, будь то боль, будь то какие-то там… Сейчас это более в современном варианте, это… буллинг, там, троллинг, вот эта вся история. Человек, который занимается этим, он должен быть готов, что рано или поздно получит просто ответку в виде воздействия не только таких, как скажем, словесных. А если вы создаете что-то хорошее, растите детей, занимаетесь постройкой, там, облагораживанием территории, там, музыкой, творчеством, какими-то вещами, тоже несете ответственность. Но здесь работает совершенно другая схема. Вы что-то сделали, отдали в мир, и, наверное, нет смысла ждать какой-то прям вот ждать ответной реакции на хорошее хорошему. Она может прийти такой же плохой и быть плохой реакцией. Но здесь ваша совесть чиста, и вы, как покорректнее бы сказать, то есть вы не теряете энергию, вы освобождаете место для приобретения новой энергии. Вот как-то так, витиевато. Ну, приходите в чат, подискутируем. Форма определяет содержание или содержание формы, например, в композиции, в жизни, в людях. И так бывает. Ну, классика, да, я понимаю, о чем речь. То есть бытие определяет сознание там и так далее. Но вы же можете посмотреть по сторонам и отличить человека, который живет в негативе, в полном, да, которому все плохо, он всем недоволен там, всем недоволен, причем как бы несправедливо совершенно недоволен там и так далее. Или он свое эго вытащил наверх и считает, что все должно быть по его, а все, кто не вписываются, они все какие-то неправильные там и так далее. Вот мы сейчас, кстати, часто это все наблюдаем у нас. Понимаете, какая непростая ситуация у нас в стране, там, в наших братских республиках. Меня всегда удивляло одно. Мы не будем говорить о политике. Меня всегда удивляло одно, что люди, которые ратуют за свободу слова, которые кричат, что у нас нет свободы слова там, и так далее, сами при этом лично мне запрещают иметь свое мнение. Вот это мне... Либо если я не согласен с их мнением, мне говорят, что я какой-то там не такой. А я такой же обычный человек, не согласен. Просто я считаю, что бороться за какие-то свои там права... ну, у меня есть свое, как, свое мнение по этому поводу, да? Но, как говорил, процитируем... Нет, цитировать не будем примерно фразу. Повторим смысл. Но говорить я буду об этом только с теми, кому доверяю. А высший вид искусства для тебя и почему? Высший вид искусства для меня в жизни – это все-таки, наверное, воспитание детей. Почему? Ну, кому надо, тот поймет. Далее короткие вопросы. Выбор – один из предложенных вариантов, но не обязательно короткие ответы, даже желательно. Если не лето, то осень или зима. Почему? Осень или зима. Не знаю, все времена года нравились, сложно выбирать. Маяковский или Лермонтов? Почему? Оба по той же причине. Вы, кстати, видели, что не то на Тургенева, не то на Лермонтова слова, стихотворения, Рыбчину сейчас сделали. Где-то вот проскакивало, то есть прям книжка, текст и рэпчик читает человек, современный вот этот модный, прям как это все интересно звучит, лирика такая, звучит мощно.
А что душе ближе, разнотравье русских полей или звезды и океан? Ну, ребята, кто такие вопросы задает? Все красиво, все близко, все ценно. В многообразии же кайф. Любовь или понимание, что выберешь? Ох. Четкий план или спонтанность? Почему? Четкий план на данном этапе жизни. Ягоды или фрукты? Все люблю. Вечность или бесконечность? Все. Хорошие вопросы, но здесь вот выбор. Нет. И то, и другое хорошо. Арагорн, ну как хорошо, вечность или бесконечность? Арагорн, сын Араторна или Гэндальф? Почему? Ну, я думаю, Арагорн. Почему, вы знаете? Вера или знание? Ну, какие-то вопросы, прям фиксация в точке, как будто завтра умирать. Я пока не планировал. А быть честным с самим собой или не задеть чувств близких? Если выбирать что-то одно, что выберешь? Вы знаете, жизнь вообще, конечно, такая интересная вещь, что мы постоянно делаем какой-то выбор между большой ложью и маленькой ложью, там, да? Какие-то такие моменты происходят. Вот, поэтому не задеть чувства близких. Но если люди по-настоящему вам близкими, то я не думаю, что если вы считаете людей близкими, что вы будете их как-то задевать прям. Задевают обычно людей, которые по той или иной причине стали для вас чужими. Вот. Другое дело понимание чужести, ведь вы же не будете, допустим, считать чужим человека, если близкого человека, да, если, допустим, он внезапно заболел, простыл и просто чихает, ходит. Вы что, его будете отгонять, что ли, там, или как-то по-злобному к нему относиться? Всякое в жизни бывает. Терпимее надо быть к тем, кого вы называли или называете, или считаете близкими. Вот, вот такая тема. А случайностей в жизни дофига. Дофига. И иногда случается так, что совсем не близкий человек по классическим каким-то правилам, там, не знаю, как это правильно сказать, к вам относится лучше, нежели тот, кто вас называл близким. Удивительно. Вечная жизнь или творческое забвение? Ребята, ну что вы творите? Что вы делаете со мной этими вопросами? И последний вопрос. Ваше сердце сейчас занято? Вы нашли свою любовь, вторую половинку? Ну, ребят, сердце мое для хороших людей всегда свободно. Что касается занято-не занято, вот мои руки. Спасибо, что пришли. Приходите пообщаться, если у кого-то остались какие-то вопросы, приходите к нам в чат. Ссылочка, я так понимаю, сейчас появится. Да, вот она появилась. Заходите, будем рады. Вот, там можно и формально, и неформально пообщаться. Вот, ну, огромное спасибо еще раз за все эти вопросы. Было приятно, интересно. На некоторые особенно интересно отвечать. Вот, что еще хочу сказать. Берегите друг друга, друзья, берегите. Все, всем пока. До новых встреч. Безвременное пока ждать.
когда избитая в кровь молчу. Быть, не говори прощай, наверняка. Не говори прощу, прости. Все слова, все чувства не сказать, не вспомнить в воздухе повисли мысли. Убежать так просто от того, что важно, но не спрятаться от жизни. И снова строгое твое тепло здесь, а и снова битые мои бока там. Сказав прощаю вслух, прости. Сказав безвременное пока нам. Все слова, все чувства не сказать, не вспомнить в воздухе повисли мысли. Убежать так просто от того, что важно, но не спрятаться от жизни. Thank you.